Всем привет! Сегодня мы будем обозревать мышку с магазина Buying Coins стоимостью 4,59 доллара. То есть, ну, примерно 4,5 доллара. Пришла она вот такой вот упаковочки. Обычная пакетка. Вот. Сама мышка, как она выглядит? Вот мы смотрим. Вот, честно говоря, выглядит она для своих 4,5 долларов просто охрененно. Вот, габариты какие у нее. 10,7, 7,5 и 3,6 сантиметра. То есть, нормальную руку, ну вот у меня большая рука, вот, очень удобно, в принципе, пользоваться. Что мы имеем по управлению в ней? В ней имеем 6 кнопок, 2 стандартные кнопочки. Вот, прокруточка очень мягкая, которая является средней кнопкой, DPI кнопка. Вот, и сбоку две дополнительные кнопочки. Вот, кроме того, сбоку мы видим, что здесь такая выполненная текстурка, чтобы не скользил палец, чтобы удобнее было. Вот, сборка, честно говоря, для своих денег просто шикарная. С нижней части видим две наклеечки, которые позволяют хорошо скользить по поверхности. Вот. И лоток для батарейки. Батарейка вынимается, ну, с небольшим усилием. Одна пальчиковая батарейка 2. Вот здесь есть еще небольшая дырочка для того, чтобы хранить там, если надо, USB часть. Вот. Как видно, что батарейка подключена, но никакой сигнал не идет. И выключателя-включателя тоже нет. Сейчас я подключаю к ноутбуку USB часть. Мы видим, что сразу мышка начала работать. Вот, светится красным. USB часть обычная, без всяких логотипов, нанесений. В отличие от самой мышки, на которой написано Рапу. Ну, конечно, это не Рапу, но по качеству мышка очень хороша, а для своих 4,59 доллара просто великолепно. Вот, я бы мог ее вполне рекомендовать. Вот. На этом всем спасибо. Спасибо, что посмотрели. Смотрите мои следующие обзоры. До свидания.